Дорогие братья и сестры, салам алейкум. После долгой разлуки, как мы уже в прошлый раз говорили, мы увиделись наконец с нашим шейхом Асхатом. И за это время мы, конечно, стали свидетелями огромной трагедии в Турции, в Сирии, стали свидетелями огромного порыва верующих навстречу пострадавшим в том, чтобы отдать им самые последние, свои последние сбережения для того, чтобы облегчить их участь под завалами после их спасения. И я сейчас хотел бы спросить шейха Асхата, ну неужели нам, верующим, у которых и так сердца трепещут от веры, нужны такие, такого масштаба потрясения, чтобы вот так кинуться навстречу друг другу в решении проблем нуждающихся? Ведь и без землетрясения они были вокруг нас, но даже 10% того, что мы сейчас сделали, мы не делали тогда. Неужели мы должны быть подвергнуты таким потрясением и испытанием, чтобы мы начали идти навстречу друг другу и объединять усилия? И вообще, в чем смысл таких глубоких потрясений и испытаний со стороны Всевышнего по отношению к верующим? Дорогой наш шейх. Бисмиллахи рахмани рахим. Вассаляту вассаляму аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья и сестры, уважаемый дорогой любимый брат, старший брат шейх Руслан, Аллах хафаткум джамиа. Во-первых, альхамдулиллах, нету сомнений в том, что все мусульмане сейчас молятся за тех людей, которые ушли из этой жизни из-за этого землетрясения. Просит Аллаха Субхану ва Тааля за них прощения, милости милосердные, милосердие Аллаха Субхану ва Тааля. Но мы должны также знать, что, альхамдулилля, они, если были верующие, если были на пути Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то они покинули эту жизнь как шахиды. И поэтому не знаем, кому больше завидовать, им или нам, которые остались в этой дуне еще. Они, альхамдулилля, если были на вере, они в раю. Поэтому мы за себя должны переживать, на чем мы уйдем из этой жизни. Бимаза йухтам аля нас. Чем мы уйдем из этой жизни? Какие будут последние слова и последние действия наши? Их вот этот мучительный уход из этого мира, он мог искупить все их явные, неявные, мелкие, большие прегрешения? Если они были на намазе, были на таухиде, на зиле, может, они зайдут в рай биля хисаб валя сабихат аль азаб. Без спроса и без наказания, так как они умерли шахидами. Альхамдулилля. И поэтому мискины не они, а мискины мы, которые еще не знаем, как мы уйдем из этой жизни. И каков будет наш конец. Каков будет наш конец. А эти, альхамдулиллах, мученики, которые, альхамдулиллах, в раю. Также такого рода Аллах Субханаллах посылает, когда, например, затмение луны, затмение солнца, когда землетрясение. Для чего Аллах Субханаллах посылает? Чтобы показать свою мощь, чтобы люди еще больше приблизились к Аллаху Субханаллах Таали, показать свое величие. То есть, вроде как вот оно, всего лишь одним словом Аллах Субханаллах, будь, и было такое землетрясение. И люди не знают, куда бежать, что делать. Вспоминается аят в Коране, где Всевышний Аллах говорит: «Якулю линсану яума идин айналь мафар». Человек в судный день скажет, куда бежать, а бежать-то некуда. И для того, чтобы сплочить, альхамдулиллах, верующих, Аллах Субхану ва Тааля вот показал такое свое знамение, но верующие стали более щедрее, да, мы заметили, стали более такие, как-то мягче друг друга относить и так далее. Задается вопрос, я сам себе хочу всем нам задать, неужели нужно было ждать вот эти землетрясения, дабы сплочиться и так далее, и делать какие-то подобные деяния. Ведь верующий человек знает, что рано или поздно он уйдет с этой жизни, и все это в этой жизни останется, только благие дела с ним пойдут в могилу. Аллах Субхану говорит в сурат Аль-Камар: «Иқтараба лин-наси хисабухум, ва хум фи гафлатин муъридун». Аллах Субхану говорит в Коране: «Приблизилось к людям их расчет судного дня». Но они все еще как-то в гафля. То есть неком гафля — это такое состояние, как бы вот, например, беспечность. То есть бывает, например, человек прошел день, вот как бы, да, что я сделал в этот день? И он не может понять, что я сделал, фигафля, беспечность. Без расчета. Без расчета, да. Бывает такое, что, субханаллах, это сурат аль-анбия, Аллах субханаллах говорит: «Иқтараба лин-наси хисабухум фи гафлатин муъридун». То есть приблизился уже расчет к людям, но они еще в некой такой беспечности. То есть уже завтра умирать, он беспечность. День прошел, а что я сделал за этот день? Неделя прошла, от пятницы до пятницы пролетает время, а что я сделал? У человека так и жизнь пролетела, и он задумывается, а как я ее прожил? Поэтому, чтобы не быть такой беспечностью, каждый день мусульманин должен, альхамдулилля, быть из таких людей, которые помогают другому, которые, альхамдулилля, дает, подает, тот, который сочувствует другим людям, который, альхамдулилля, с открытым сердцем подходит к своим братьям, к своим сестрам, не только во времена землетрясения, а в каждодневной практике у него это должно быть. В его сердце, в его душе, в глубине души должно быть вот это состояние. Дорогой шейх, напоследок вопрос такой. Многие спрашивают, за что мусульманам такое наказание?
Я пытался вот во время вашего отсутствия в Москве объяснить, что в отношении верующих это не наказание от Всевышнего, поскольку он же сострадательный, он милосердный, он любит своих праведных рабов. Это испытание. Для верующих это испытание их веры. Как они примут это испытание, это сотрясение? Как они отнесутся к этому испытанию со стороны Господа? Как они уйдут из этой жизни? С чем? С какими словами? Как мы примем уход своих близких? Их уход для нас является испытанием. То есть для всех нас, для уходящих, для ушедших из этой жизни и для тех, кто остался, их близких, их единоверцев, это тоже испытание. Правильные ли мы выводы делаем из этой ситуации? Безусловно, что для такого рода это для верующих испытание, для неверующих это наказание уже при этой жизни. Поэтому почему Аллах показывает такие вещи, чтобы устрашить, чтобы люди вернулись к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы люди увеличили могущество, величие Аллаха, чтобы сотрясти сердца, если увидят, какое одним словом будет Аллах Субхану ва Тааля сотряс земли, тогда какой же великий Аллах? Кто он такой Аллах, чтобы мы еще больше познакомились с Аллахом Субхану ва Тааля? Мен ху Аллах? Кто такой Аллах, такой великий Субхану ва Тааля? Аллах в Коране говорит: "Ва яхмилу арша раббика фаукахум йаума идзин самани", в судный день трон Аллаха понесут 8. И не сказал Аллах 8 что? 8. В тафсире говорится 8 ангелов. В другом тафсире говорится «Самани суфуфиль малайка» – 8 рядов ангелов. И в хадисе сказано, у одного ангела от одного мочка уха до другого мочка уха будет «Масир аль-хамсмит сан» – расстояние 500 лет ходьбы. Поэтому задается вопрос, какие великие ангелы? Следующий вопрос задается, какой великий трон Аллаха? И задается следующий вопрос. И задается следующий вопрос, какой же тогда великий создатель Аллах Субхану. Да. И какие великие милости он приготовил для тех, кто уходит мучениками по воле Всевышнего для того, чтобы стать испытанием для остающихся рабов Всевышнего Аллаха. Дорогой наш шейх, пусть Аллах Всевышний воздаст вам за это. Я призываю самого себя, всех нас призываю возвращаться к Аллаху Субхану ва Тааля, не откладывать поклонение на завтра, не откладывать благодеяние на завтра, соревноваться в благих делах, братья и сестры. Аллах, это то, что принесет пользу в судный день. И субханаллах, когда спросили пророк, саллаху алейхи ва саллям, когда наступит судный день, посланник Аллаха показал на два пальца из шара или сабаба или усла и сказал, вот такое расстояние, рядом уже судный день, близок, почти все малые признаки закончились. Почти все маленькие признаки закончились. Поэтому верующий должен быть, альхамдулилля, готов к встрече с Аллахом, субхану ва тааля. Аллах саид, именно все мы встретимся с Аллахом, но именно счастливый человек, который успел вернуться к Аллаху еще при жизни. Счастливый человек, шейх Рислан, это тот, кто осветил свою могилу перед тем, как в нее лег. Счастливый человек, это тот, кто молился перед тем, как молились над ним. И пусть счастливый человек, это тот, кто смог достичь довольствия Аллаха перед тем, как встретился с Аллахом, субхану ва тааля. Поэтому, братья и сестры, спешим к прощению Аллаха, субхану ва тааля. В Коране говорит: «Сари'у, эй, сабику, бадиру», спешите, «иля магфирати мин раббикум», прощение своего Господа. «Ва джаннати на'рдуха ас-самавати вал-ард». Уайдат лил муттакин, и краю, которое по величине своей подобно небесам и земле, уготовлено для богобоязненных. Напоследок, шейх, с вашего позволения, вот сейчас, после этого землетрясения, вновь наполнились мечети, кающимися, обращающимися к Господу. И, валлахи, после этого потрясения, которое на нас обрушилось, если хотя бы 25%, хотя бы 30% людей останется в мечетях, это будет для нас просто невероятным приближением ко Всевышнему. И дай Аллах нам не отдалиться от Него после того, как наши сердца уже успокоятся после этого потрясения. Баракаллаху фикум. Братья и сестры, последок, помните, когда была пандемия, как мы скучали по мечетям, закрыты были мечети. Да, да. Открылись мечети, вроде люди ходили, потом опять перестали ходить. Поэтому Аллах Субхану постоянно такие... Не нужно ждать, пока Аллах пошлет какое-то еще испытание. Поэтому мы должны, альхамдулиллах, спешить. И хадиты здесь очень подходящие в данной ситуации. «Иарафи Аллаха фирраха, иарафик фишидда». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Познай Аллаха, когда тебе хорошо, тогда Аллах не оставит тебя без помощи, когда тебе будет тяжело». Всевышний для вас, дорогой. Взаимно, шейхна. До скорых встреч. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.